Салам алейкум, пацаны! Многим, наверное, бы хотелось себе нанять тренера. Какого-нибудь профессионала, может быть, какого-то популярного ютубера или еще кого-нибудь. Ну а я сегодня нанял себе 8-летнего тренера Тимура, который играет просто очень-очень бомбово. Сейчас вы сами в этом всем убедитесь. Тимур, ты на связи? Да. Так, давай, рассказывай, откуда ты, сколько тебе лет и в каком классе учишься? Я из Москвы, мне 8 лет. Еще раз. Я из Москвы, мне 8 лет. Ты с Москвы, 8 лет, да? Да. Играешь хорошо? Да. Так, у меня 70 попаданий. Сколько попаданий? 70. 70%. Так, ты говори чуть погромче, чтобы тебя было слышно. Так, сейчас пойдем в ультиматум. Я посмотрю. А, нет, у меня 62. 62, все, понял. Идем в ультиматум, покажешь, как нужно играть, 60, да? 60. 62. 60. Все, поехали. Короче, сейчас мы заходим в ультиматум, и ты меня учишь играть, как нужно попадать в голову, да? Сейчас, друзья, сами увидите. Заранее прошу всех поставить лайк, подписаться на канал, обязательно нажимайте колокольчик, уведомления, пишите что-нибудь в комментариях, ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там, где для вас разыграю подарочки, промокоды, ссылка в описании. Много чего там будет для себя интересного увидите. Так, ну что, Тимур, ты готов меня учить? Да. Все, давай, Тимур, ты должен один играть против двоих, понял? Давай, поехали. Впереди тебя один человек. Два, Тимур. О, хорош, вот эта машина. В смысле? Чё? Ты двоих убил? Да. В голову? Да. А у тебя какой телефон? iPhone 12. iPhone 12? Да, я без рофла говорю. О-ха-ха-ха, получил! Так, ну теперь мне... А ты же меня даже ничего не научил играть. Как мне играть теперь? Смотри, делай оттяжку. Наверх, на голову оттяжку. А, на голову оттягивай, да? О! Закручивай ее. Хорош. Так, и второго, да? Так же? Да. Вот так, да? Вот так, молодец. О, все, спасибо. Видишь, как ты меня тренируешь, а как ты меня учишь? Все, понял. Вот так и играем, да? А смотри на мои хп, какие они у меня ровные. 5-5-5. Нифига себе. 5-5-5. Так, а, урон 5-5-5, да. Так, все, давай. Сейчас должен ты всех убить двоих, понял? А кто авапу взял? Не я, это они, скорее всего, взяли. Так, все, давай. Я в тебя верю, давай. Савэма в голову сможешь? Давай-давай. Я сам не умею играть. Давай-давай-давай, я в тебя верю, братишка. Давай-давай-давай. Убил? Хорош. Одного убил. В смысле в голову? Савэма в голову? Я в голову? Как так голову убил? А чё? Ну я с прицела ему вот так делал и на. А, с прицела? Нифига ты машина. Так, ну слушай, походу мы их выиграем. Давай им отдадим один раунд. Давай. Давай пожалеем. Только сейчас затащим? Не-не, пожалеем. Давай их сейчас пожалеем. С кулака тебе. Я не знаю, что у них Тимур. Тебя с Тимура убили, да? Да. Хорош, хорош. Ладно, убивай. Убивай. Да, я буду стоять, давай. Ну? Ну? Не, он ждет тебя. Ну, убивай. Да убивай меня, ё-моё, я вам поддаюсь один раунд. Хорош. Так, ну что, ты готов? Сейчас я должен делать чисто одни оттяжки, понял? Да, так, хочу брать. Так, я беру. Давай берем СВД, берем. СВД берем. И, например, да. Дробаш. Окей? Будь здоров. Да. Ты кашляешь, что ли? Нет. Давай, ты главное рассказывай, как нужно играть. Как лучше оттягивать, пальцы вверх тянуть, как нужно, до середины. Оттяжку надо тянуть. Тянуть вверх, да? О, видели, как он тянет? О, видели, как тянет? Во. Давай, тяни, давай. Хорош, давай еще. Че, не можешь попасть, что ли? Ну давай, попади уже в голову, ну. Да блин. Давай, я в тебя верю, давай, ну. Ну ты поп... ты спас их, я... Хапа, я отхилю сейчас. Давай, отхиливайся. Давай, по нам уже стреляют.
Давай, одного нокнул. Давай, все, один твой. Давай, оттягивай палец. Палец вверх, тяни палец вверх. И не сильно... Да он зажим. Я даже оттяжку не успел сделать. Давай. Ну давай. Может, отдадим ему раунд? Как думаешь? Ну ладно, как хочешь, давай. Отдадим? Да, давай. Только ты должен сейчас научить всех моих подписчиков, как нужно играть хорошо в голову стрелять, понял? Да. Давай. Я сейчас стрельну один раз, если не попаду, значит я ему поддамся. Значит, это будет чисто... Давай. Все, не попаду. Не попал, давай убивай. Ну убивай! Ну убивай, ты баклажан, убивай! Ну! Ну! Убивай, сейчас стрельну, сейчас попаду типа тебе. Ну давай, стреляй, здесь в землю стреляй. Давай. Все, хорошо, убили меня. Так, ну что, смотри, сейчас берем оружие. Он эмоцию показывал. И кому, нам эмоцию показывал? Да, смех. Ну все, ты разберешься с ними? Наверное, я. Только разберись, пожалуйста. Там один крякнулся уже. Давай. Ты должен со всеми разобраться. Давай, если он сейчас тебя выиграет, не проходит урон, она пингует, наверное, у тебя. Гоу дал. Ты одного уже убил, что ли? Нет, я говорю, гоу дал одного. Не, а одного убил или он вышел просто? Хорош. Хорош ты. В тело? Фу, зажимщик, что ли, бот? Да нет, я случайно вышел. Я не две пульки выстрелил, я одну. А, ну ты не бот, ты не зажимщик. Я ему одну голову сначала дал дробаша, потом у него 0, там 10-20 хп оставалось, я случайно ему в тело. А-а-а, все, понял. Дал, с него невозможно зажимать. Понял. Давай, ну в голову. Ну, Тимур. Эх, Тимур. Ой, я не мог пройти. Давай. Оп. Давай. А как ты такие движения делаешь? Так. Ага. Крик, кулачуха. Кулак. Давай. Ой, как не попал я. Давай. Он хочет с кулака тебя убить. Да, он хочет меня с кулака рубануть. Но мы ему не дадим. Так. Тимур, мне кажется, ты зажимщик. Мне кажется, не? Ты не зажимщик? Кто? Ты, нет? Да. Нет. Ну смотри. Если зажимщик, то пипец-то. Моя аудитория тебя не поймет. Да я знаю, я не зажимщик. Я ну, хорошо. Ладно, подался я ему еще один раунд. 4-3, пойдет. Но сейчас уже надо не поддаваться. Тимур. Все, давай, мы не будем поддаваться. Ты должен сейчас их по-любому всех убить. Один. У меня руки все потные сейчас. Руки потные? Главное, чтобы попа не была потной. А руки, это фигня все. Вытри руки. И все, и нормально будешь. Вытер, точно? Об кого вытер? А, все, мы затащили. Тимур, тебе было сложно или легко? Нормально. Нормально было. Изи. Друзья мои, надеюсь, вам понравился видеоролик. Монтировать я его так же сильно не буду. Как есть, так и выложу. Если вы хотите продолжение, как мы с ним апаем рейтинг, как мы с ним дальше поднимаем себе звание, поставьте, пожалуйста, кучу лайков. Обязательно прожмите царский лайк, подпишитесь на каналчик, не забывайте писать что-нибудь в комментариях, ну и самое главное, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там где вы можете много чего для себя увидеть. Тимур, прощаться будешь с моими зрителями? Да, всем до свидания, хорошего дня. Все, друзья мои, он пока сказал, и я вам тоже говорю пока. И тело всегда оттяжком. Что? И чтоб всегда летела оттяжка. Да, согласен. Самое главное, чтобы всегда летела оттяжка. В общем, друзья мои, всех люблю, всех обнял. Тимур, нам, мы с Тимуром вам всем говорим пока, короче. Всем пока, вы лучшие.